Всем приветствую вас на своем канале. Сегодня я в польском селе. Хочу вам показать, насколько живут хорошо поляки. Смотрите, вот село, 3000 населения. Бордюр, вернее, тротуар выложенный плиткой. И дорога, внимание, выложена тоже плиткой. Вы можете себе представить, я даже в Германии такого не видел. Домики все идут без заборов. Если забор, то это чисто декоративный 1 метр. А дорога выложена плиткой, смотрите. Видите? Это вообще капец. Ну как это? Вообще, вы хоть отдаете себе отчет, насколько мы херово живем в Украине, в России, в Молдавии и так далее. В гребаных совковых конченых республиках. Если в Польше плитка, дорога выложена плиткой, плитка, ребята, плитка, смотрите. Это как вообще? Как? Как такое возможно? Почему? Смотрите, гранит. Это что такое? Ладно, до связи, ребятки.